Семья моя уже вся спит, а я занимаюсь разделкой желудка для моих собачек. Подготавливаю для сушки дегидратор. Желудок не очень приятно пахнет, поэтому стараюсь всегда, когда никого нет, быстренько его разделать. До утра как раз все проветрится и будет как раз самое то. Все быстренько сделаю. Побегу еще, поставлю дегидратор, и до утра все будет уже, я думаю, готово. Он сушится достаточно быстро, ну потом посмотрим. Убираю все вот это вот лишнее, изнутри разрезаю на вот такие пластиночки. Они подсыхают, и самое то, очень любят мои собачки, щеночки, это очень полезная вещь. Так что всем спокойной ночи, а я продолжаю работать. Вот такие делаю кусочки большие. Ну вот, мои вчерашние труды не зря. Пластиночки сушатся. Вот этот желудочек, который не очень пахнет. Но он когда посушился, он уже так не пахнет. Так, ну стой, посмотрю сейчас. Можно еще, чтобы немножко, да, вот еще немного он такой макроватый, ага, значит, еще оставляем. И вот такие достаточно вот большие пластиночки я делаю, чтобы они уже насладились и не давились ими. Классные такие штучки, им будет что погрызть. Все, пусть досушиваются. И буду угощать своих деток. Сейчас на улице очень холодно, поэтому выбежали быстренько-быстренько. Минут, наверное, 5-7 и домой. Потому что прям морозный ветер. Не хочу, чтобы долго гуляли. В закрытом выгуле у нас там тепло нормально. Ну и внутри там у нас теплые полы, поэтому там тепленько все. Ну, вот такие хорошие прям кусочки сделала. О. Чуть-чуть еще подсушу, да, и буду угощать. Ну, все. Все, мама сделала, довольна. Душа моя спокойна. Мои детки с вкусняшками. У меня тут еще, конечно, вот и ушки в коробочке. Ой, в ведерке есть. А тут у нас вот легкое. В общем, про запасик у меня есть немножко. Так что, да, я довольна. Все, отправляю снова посушить и буду угощать деток.